Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать тест за первое полугодие, который называется Mid-Test, за модули 5, извините, 1-5. И давайте сразу перейдем к первому заданию. Choose the correct item. Выберите правильный вариант. Смотрим. I'm going to the post office to buy stamps. По смыслу подходит слово post office, почта, ответ C. Я собираюсь на почту купить марки. Второе. Is that their new car? Это их новая машина. То есть подходит вариант their, их. Ответ под буковкой C. Третье, ребята. Why don't you come over for coffee? Почему бы тебе не прийти на кофе? Опять же, ребята, третий ответ C. Come over. Далее, четвертое, ребята. My brother can't go out alone. He's only 3. Мой брат не может выходить один, то есть куда-то идти один. Ему только 3. То есть четвертое тоже ответ C. Пятое. There are some cushions on the sofa. На диване есть подушки. То есть маленькие вот эти вот подушечки, они называются cushions, да? Ответ B. Ну, в принципе, любые подушки это cushion. Далее. То есть пятое это B. Шестое. She doesn't take the bus to school. She walks. Она не ездит в школу на автобусе, она ходит пешком. Ответ C. Так как третье лицо, единственное число, мы отрицание образуем с помощью слова does not. Далее, ребята, седьмое. Седьмое будет B. The expiry date on the identification card is 15. Окей. Ну, понятно, 15, 6, 07. Дата или срок истечения карты, определяющей личность, да, identification card, это 7 год, 15 июня. То есть 7 мы ставим букву B. 8. We watch The Simpsons every night. We never miss it. Мы смотрим Симпсонов каждую ночь. Мы никогда их не пропускаем. То есть, ребята, 8 это ответ B. Never. Далее. I'll make lunch while you're at the shops. Я сделаю ланч, пока ты в магазине. И, ребята, 9 ответ B. 10. We'll make a special dish for John's birthday. Мы сделаем особое блюдо на день рождения Джона. То есть все, что связано с приготовлением еды, употребляем глагол make. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забудьте подписываться на мой канал, чтобы не потеряться. И обязательно смотрите видео с разбором учебников и рабочих тетрадей. Итак, 11. What's the date today? I think it's 25th of July. Какое сегодня число? Я думаю, 25 июля. Date – дата. То есть, вот полную дату, да, имеется в виду. Ответ A – 11. Так, 12. They're doing the washing up now. Сейчас они моют посуду. 12 A – это время present continuous, употребляется прямо сейчас. То, что происходит прямо сейчас, ребята. Далее, 13. Pedro is from Barcelona. He is Spanish. То есть ответ A. Педро из Барселоны, очевидно, он испанец. 14. Is the food good? Еда хорошая? Nothing special. Ничего особого. 14. Ответ, ребята, C. 15. Why don't we meet? Why don't we meet at 7 o'clock? То есть со временем употребляется предлог at, а 15 ответ B. Почему бы нам не встретиться в 7 часов? Далее, 16. What time is it? It's half. Очевидно, past 5. Да? 16 ответ C. Сколько время? 5:30. 17. How do you like my new dress? It's lovely. Тебе нравится мое новое платье? Оно чудесное. Ответ 18 по смыслу подходит
B. 17, извините. Ну и 18 тоже B. There is a cinema next to the library. Рядом с библиотекой есть кинотеатр. Так, ребята, далее. 19. Why aren't there any chairs in the kitchen? Почему на кухне нет стульев? Any chairs. 19 ответ C. Итак, ребята, далее 20. Ответ C. Don't touch that. It's mine. Не трогай это мое. То есть ответ правильный C. 22. Ой, 21, ребята. Ответ также C. What's your address? 15 Willow Avenue. Какой твой адрес? То есть по смыслу подходит слово адрес. 15 Avenue Willow. 22, ребята. B. In the evening I do my homework. По вечерам я делаю домашнюю работу. In the morning, in the evening мы употребляем B. То есть in. Да? 23. Ответ A. My favorite sitcom is on TV tonight. Ну, по смыслу, да, мой любимый ситком по телевизору сегодня вечером. 24 ответ B. Excuse me, is the library on the street? Извините, библиотека на этой улице? Ответ B. 25, ребята. C. What's your father's occupation? He is a doctor. Какая работа твоего отца? Он доктор. Далее, 26 ответ B. Then you turn right at the traffic lights. Затем вы поворачиваете направо на светофоре at the traffic lights. Итак, ребята, 27 ответ A. What's your home address? Ответ A. Какой ваш домашний адрес? 28. How many brothers has Jimmy got? Сколько братьев у Джимми? Третье лицо, единственное число Джимми, поэтому has. Так, это было 28 и 29 ответ B. What's your nationality? I'm Canadian. Какая твоя национальность? Ответ B. Я канадец. И 30 ответ C. How often do you go out with your friends? Как часто ты выходишь куда-то с друзьями? Итак, ребята, теперь перейдем к заданию по буковке B. Choose the correct response. Выберите правильный ответ. Итак, смотрим, например. What's your telephone number? Какой твой номер телефона? И ответ B. Далее. 31. What's the date today? Какое сегодня число? Ну, естественно, ответ B. It's 6 October. Это 6 октября. Далее. 32. Thank you very much. Спасибо большое. Don't mention it. Не за что, да? Не за что. По-русски будет не за что. 33, ребята. What about Saturday night then? Как насчет субботы? Ответ A. Sounds great. Звучит отлично. 34, ответ B. Where are you from? Откуда ты? Spain. Ответ B. Spain. 35, ответ тоже B. What do you think of this sitcom? Что ты думаешь об этом ситкоме? И, ребята, также ответ B. It's awful. Он ужасен. Окей. И, ребята, мы с вами теперь переходим к заданию под буковкой C. Это чтение. Смотрите, мы должны с вами прочитать текст, а затем ответить на вопросы true, false или doesn't say. То есть, было такое в тексте, это правда, false, не было такого, это неправда, или doesn't say вообще не упоминалось об этом в тексте. Давайте прочитаем. Hi, Sam. I want to tell you about my perfect day. Привет, Сэм. Я хочу рассказать тебе о моем превосходном дне. Итак, Sunday is my favorite day of the week. Воскресенье – мой любимый день недели. I usually do homework on Saturday, so I'm free on Sunday. Обычно я делаю домашнюю работу по субботам, поэтому я свободен в воскресенье. I usually wake up at 10 o'clock and have a big breakfast. Обычно я просыпаюсь в 10 часов, и у меня большой завтрак. Then I take our dog Sparky for a walk. Затем я отвожу нашу собаку Sparky на прогулку. We always go to the park. Мы всегда ходим в парк. There we meet up with my friend Tom and his dog. Там мы встречаемся с моим другом Томом и его собакой.
After that, I go to the basketball court near my house. После этого я иду на баскетбольный корт около моего дома. I love basketball. Мне нравится баскетбол. I play some games with my friends. Я играю в игры с моими друзьями. In the afternoon, I surf the net or listen to music. А после обеда я просто сижу в интернете или слушаю музыку. Then, in the evening, I watch my favorite shows on TV. Затем по вечерам я смотрю мои любимые шоу по телевизору. At night, I have a bath and go to bed. Вечером я принимаю ванну и иду спать. I absolutely love Sundays. Я люблю воскресенье. Tell me about your perfect day, Robert. Расскажи мне о своем превосходном дне, Роберт. И, ребята, смотрим пример. Robert's perfect day is Saturday. Превосходный день для Роберта – это суббота. И, конечно же, это false, потому что он описывает воскресенье. 36. Robert is very busy on Saturday. Роберт очень занят по субботам. Ребята, это does not say. То есть в тексте об этом не говорится. То есть мы ставим буковки DS, как в пример, как видите в начале. DS, does not say. Далее, 37. Robert wakes up very early on Sunday. Роберт просыпается очень рано по воскресеньям. И, ребята, это, конечно же, false. Буковка F. Это неправда. 38. Robert and Sparky meet friends at the park. Роберт и Спаки встречаются с друзьями в парке. И, ребята, это true. 38. Это true. Правда. 39. The basketball court is not far from his house. Баскетбольный корт недалеко от его дома. И это тоже true. И 40. Robert always listens to music. Роберт всегда слушает музыку. Ну, и это, конечно же, false. Это неправда. Угу. Не подходит слово «всегда». Да? То есть он слушает, написано, что он слушает, но когда? In the afternoon, в обед. Итак, ребята, ну а теперь мы с вами переходим к заданию под буковкой D. Итак, ребята, что касается вашего собственного письма в задании под буковкой D, да, вы можете просто пример взять из предыдущего и должны взять пример из предыдущего упражнения и написать примерно следующее, что вот написала я, но разбавив это каким-то вашим еще дополнительным текстом. Например, смотрите. Hi, Alice. Соблюдайте все абзацы, не забудьте, да? It was nice to hear from you. My perfect day is Saturday. It's my... Так, ребята, вот тут. It's my favorite day of the week. Итак, привет, Элис. Было приятно тебя услышать. Мой любимый день недели – суббота. Это мой... мой превосходный день недели – это суббота. Это мой любимый день недели. I do my homework on Sundays, so I'm free on Saturdays. Я делаю домашнюю работу по воскресеньям, поэтому в субботу я свободен. In the morning, I wake up at 10 o'clock and have breakfast with my family. А по утрам я просыпаюсь в 10 часов и завтракаю с моей семьей. Then I go for a walk with my friends. Затем я иду гулять с моими друзьями. In the afternoon, I watch my favorite sitcom on TV. После обеда я смотрю свой любимый ситком по телевизору. In the evening, we usually go to visit my grandparents. And have dinner with them. По вечерам мы обычно ходим посетить мою бабушку и дедушку и с ними ужинаем. I love Saturdays. Я обожаю субботы. That's all for now. Write me soon. Love in... И ваше имя, например, Andrew. Не сейчас, на данный момент это все. Напиши мне поскорее, с любовью. И вот ваше имя вместо Andrew, свое имя. Так, ребята, а теперь мы переходим с вами к упражнению на аудирование, то есть на восприятие информации на слух. И смотрите, вы должны будете послушать двух друзей, которые говорят по телефону и обвести true или false. 45. И пример. Katie is now feeling well. Katie хорошо себя чувствует и да, is not feeling well. Не очень чувствует себя хорошо. И вы выбрать ответ true или false. Смотрите, 41. Ответ false. Katie is making noise. Katie издает какой-то шум. Это false.
Далее, 42-е. It's her brother's birthday party. Это день рождения ее брата. 42-е, ребята, это true. Далее, 43-е. То есть, то есть первый вариант true. Далее, ребята, 43-е. Так, 43-е. The party is brilliant. Вечеринка превосходная. Это true. Конечно же, это правда. 44-е, ребята. Кэти's brother is dancing. Брат Кэти танцует. Это false. И 45-е, ребята, это James wants a hamburger. James хочет гамбургер. Это true. Это правда. Ребята, на этом все. Всем счастливо, удачи. Встретимся в следующих модулях. Всем пока.